А, сайленсер уже взяли? А можешь свапнуть со мной на сайленсера? Не может, походу. Блин. Это плохо. Мне бы на виду сайленсер не помешал. Ага. Ну, угад, нага сирена. Хорошо. Имка против СФ? Ты хочешь, чтобы я сдох на... Ну, хорошо, придумал. Я вижу, что здесь можно сделать. Можно сделать красиво. Если еще получается обменяться сейчас с ним, ну-ка. Если обменяется, это будет просто белиссимо. Но, скорее всего, не обменяется. Ну, вы поняли, да? Здесь можно угнать ульту Энигмы и просто делать минус 5 в игре. Можно украть Реквием и также делать минус 5. Просто за счет одной кнопки можно игру выиграть. Но если Энигму угнать. Первая игра, 2011 год. Ебать. Я Рубик, великий маг. Что это там? Я сегодня с НСом попался, зашел на его стрим, он пипец постарел, прям дедуля. Так НС старый, да. Ему сколько лет там уже, по-моему, за тридцатник отлетело. Надо сразу проверить, кнопки на месте. Никто не отключил мне мои кнопки, нет? Нет, нормально. Я не хочу за руну лицо терять. Мне чуйка плохая. Ух, страшно. Не надо! Не бей! Ну, сойдет. Ладно, не так много лица потерял. Итого СФ со стиками на беду. А. Ага. Со стиками с шестью танго. Без манго. Подожди. Это либо физически, либо он думал, что он будет стоять против сайленсера. Ну, типа стратег, да хуя. Баханя у нас, ну ладно. Подпорчим Олеха ему кровь. Чтоб крипов не добивал. Отсюда. Сделаю. А так? А вот так? Че ренджа мне сломает? Отсюда. Что там происходит? Какая серия убийств на первой минуте? Оло! Прекрати это делать, игра со мной не надо. Я хочу выиграть эту игру. Я про ощущение, что я играю не в рейтинговый LP, а в турбо. Ну, по ощущению, прям реально, как будто в турбо сидишь. Я понял. Мак наносит удар. Но его стики оправдываются, я реально много кнопок нажимаю. А вот так. А вот так. А вот так. Он такой каленый. Ну, рун не забрал. А он стаки делает. Да, он себе стак сделал. И руну не забрал. Мисс. Ясно. Можно было сразу написать «Fuck you». Чё сразу мисс написать? Мы же все друг друга понимаем. Не сегодня. Вах. Чем без ботла? Мне так удобней. Надо этот микростак прочекать, если он каленый.
Отличная идея. Ебать, там не микросток так-то. Я уже хорошо. КД 12 секунд. Отлично. А чё у вас тут происходит, извините? Я так экспу разделил. Походу это чел с танки делал. Ну я не видел, там СФ отходил один раз, чтобы стак сделать. Да, СФ поход физический. ПТшку привез. ПТшку типа маг СФ и не привозят. Ну прокатик у него через скайлы. Угу, ближний койл. Так. Попытаться или не попытаться? Еще разочек пробить, он умрет. Крадло манго есть. Баканет, а гребет. Буйся мне. Руна сверху. Идеальный момент, чтобы подойти ему ебучку сломать так-то. С удовольствием. А все? Дима мусор. Угу, стаки тут не делают больше. А чё по... Была... Ух ты. Блас. Слышь, койл надо. Тя, куда он так чапает? Он как будто ебучку мне идет ломать, аж страшно стало. У меня маны не... А, ман... Ух, нихуя себе. Что делаешь? Куда ебался? Не надо! Мне пизда, не надо. А, все, он передумал, да? Все, он передумал. Я знаю, что он два псерва с собой поставил сейчас. Я понял. С удовольствием. Так непонятно куда. Будет интересно. Я их переключил. Я не так хотел. Отличная ебать. Идея. Ну ладно, я оба варда нашел, окей. Здесь какой-то. Против. О, чат, отлично. Просто забудь это, ладно? Этого не было. Никогда это не вспоминаю, вообще никогда. Лыж, псина, кнопку гони. Не понял. Ебать. Интересно. Ты где? У, сука, найду. Урз. Блять, не надо, не надо. Почему они все на тройке находятся? Какого хуя вообще? Типа, Энигмы на тройке, Сикер на тройке, Нага на тройке. Кого не хватает? Только Мартыр на тройке не хватает, что для полного добора. Вообще, я хуйню сделал, если честно. Я, типа, баканул слишком далеко. Ну, не можно. СФ, ты что-то стопудово. Только по запаху чувствую, что ты здесь. Вар. Ебать, чё я угнал. Что это там? Только посмей. А ты куда? Подожди, товарищ. Блин, на реке у меня охота сбрасывать, но и понимаешь, я как бы, ну, он КДшится столько, сколько у тебя ульта действий.
Я опять реками угнал. Ты что, ебанулся? А, 79 секунд. 160. А, ну кстати, я смогу еще один раз реквием нажать. Окей. У меня пришла гениальная идея, что если игул купить. Ну, по-моему, эта идея. Ну хотя. Муж. Блин. Ну тагер полюбаса мне будет нужен, а юл-то чисто выпендрится. Проста. Сверху. Я иду. Я чё ща будет? Ебать, чё ща будет? Так, ждать от момента. Там чел с СФ с момчиком. Блять, анигма. Долбоёб! Знаете, почему я сейчас нажал на Эрку, а не на Дэшку? Потому что, блять, на СФ ульта на Эрку, на... А я долбоёб, как, блять, на автомате нажимаю на... Не туда! Чё ты вкачал? Пиздец, ты эпичный, да я знаю. Ебать, что делается? Не надо, дядя, не надо, ебать. Ай-яй-яй. Блядь, какие страшные типы, пиздец. Я, наверное, никогда тебя не дождусь. У Сала, кстати, хорошая, меня спас. Мастерство подражания. Ощути мои знания. Я должен паузу написать и типы дать ободу, блять. Тебе типчик и тебе чипчик, блять. Все это просто идеально сейчас было. Лучше в этой игре, все лучше не будет момента. Я-то думал, я эпично обсираюсь, а там более эпично обосрались. Потрясающая энергия. Так, работяги. Интересно. Настоящая даже нет. А где надо, где вообще враги-то? Кнопку гони. Слышь, где кнопка? Эти ебучие хайдалонов. Охуеть себе, тейлор долго. Блин, я блинканулся, но я там умру. А можно кого-то, кроме идолонов, украсть? Заебался? Там реквием нажали. Реально, я только одних гребаных идолонов ворую уже какой раз. В атаку.
Ай-яй-яй. You're the cunt who stole my item, so feel free to fucking drop it and I'll drop mine. Кого? There you go, dumbass. Дядя, только не Black Hole. Ау. Я тебя прокляну нахуй, если сейчас я делону украду. Хорошечно. Жалко не блокол, ну ладно, хотя бы кнопка поинтереснее будет. Маны тупо нет, а чтобы его добить. Дал бы койл, убил бы. Что это там? Ладно, надо просто пойти аганин дофармить, чтобы у меня КД нормальное было. Тут, в принципе, вообще красоту можно делать. Не-не-не-не-не-не-не. Мне и так маны не хватает. Тут хотя бы сокращение затрат. Ё, я готов. Нихуя. А на ночке может мне Black Hole дать? Новые долоны. Секундочку. Блять, как я филиграна-то отлетаю от Black Hole. Сам бахаю от своих скиллов. Вот ты видел. Жалко, Black Hole не угнал. Опять. Я второй раз увернулся. Я как Рога в Варкрафте запустил ульту. Типа в конце прокачки ветки. Пщик-пщик. С удовольствием. Да ёб, ты опять блудрайт. А можно кого-то сюда? А, башек. С удовольствием. Она слезла. Похуй. Вообще даже в такой игре нельзя типа расслабляться, потому что на такой порядочности даже вот такую игру можно проиграть спокойно. Уже 100 раз проходил. Чувак на Энигме тебя проклинает, он меня хочет прям очень сильно. Дважды хотел меня в Black Hole поймать. Но не получилось, не фартануло. Я прям под конец выпрыгиваю каждый раз. А кнопки они нажимают вообще, или они просто так их держат? Да ладно, раптуры что ли? О. Just
Протосел должен быть, да. У него есть обсервер, значит, да. Куда? За мной пошел пешочком за мной пошел. Ой. Ля, ты жесткий. Я не понял. Он, блин, канулся, что ли? Почему он умер? Во, вот такой набор кнопок мне больше нравится. Еще взять талант на максимальный бросок и просто раптуры всех разорвать. Погоди. Не-не-не-не-не-не-не. Согласен. Любопытно. Ага. Там блокольчик хочет нажаться. Превосходство! Бойня! Грязь лицом. Понятно. Так. Тек. Куда лучше? Тебя окружает истина, но она сокрыта. Потрясающе. Ебаные талоны. Серия убийств. Двойное убийство. Непременно. Что это там? Слишком много пауз? Тут порядочность дает о себе знать. Очень порядочные люди просто каждый раз, каждое убийство обсуждают. Настоящий есть? Бить туда. Во, охуенный набор. Никого нет. Интересно. Чё мне так байтить? Растет моя сила. И ужас, что с нами тоже. Блин, не видно. Мне нужен минимальный вижен, тогда я сейчас его вытолкну на фаста. Ебать. Нихуя себе. Как они меня любят. Я там на СФ выезжал ему ебучку ломать. Чё, теперь пешочком эти ебучку ломать? А, там без меня справится, ладно. Давай, Black Hole. Специально кучкуюсь. Кучкуюсь ради Black Hole, мужик. Давай, ты сможешь. Давай. Телепорты Black Hole. Давай, ебать.
Он фармил все это время на интовый даггер, но не судьба, походу. Да, идет.